К Новому году сейчас готовятся хабаровские театры. Обычно в декабре ставят зимние сказки, но в этот раз от традиции отошли в театре драмы. Там готовится премьера итальянской комедии. Подробности в сюжете Анастасии Незнановой. Танцует! Что такое итальянские страсти, хорошо знают те, кто вырос на фильмах с участием Адриано Челентано, Марчелло Мастрояни, Джинелло Лабриджиды. Во второй половине 20 века Италия стала кузницей талантливых режиссеров и актеров. С детства я любил смотреть итальянские комедии, французские комедии. И такие актеры, как Адриано Челентано, Мастрояни, мы на них росли. И такие фильмы, как «И фантоцци против всех», и «Укрощение строптивого». Ходили на них даже не по одному разу. По сюжету комедии главный герой Леонида Папагата зарабатывает на жизнь тем, что работает сеньором из общества. Хорошо разбираясь в психологии, он развлекает беседой богатых гостей и параллельно крадет еду и выпивку с банкета. Но, несмотря на все усилия, никак не может выбиться из нищеты и впоследствии попадает в авантюру. Мещанка. Молчи, мещанка. Ты все узнаешь в должное время. Пора внести коррективы в свой светский вид. Комедию по пьесе двух итальянских драматургов Скарничи и Тарабузи ставит московский режиссер Эдуард Ливнев. Это его третья работа в Хабаровске. В театре драмы он уже работал над спектаклями «Козленок в молоке» и «Омут любви». И мне захотелось как-то окунуться и окунуть артистов в то время, когда итальянское кино очень завораживало нас своей наивностью, своей эмоциональностью, своей такой человеческой простотой и болью. Работать с приезжими режиссерами хабаровская труппа привыкла, однако с каждым из них отношения складываются по-разному. Ну, сейчас тенденция такая, режиссерский театр, режиссер проявляется, сам реализовывается, как бы актер это дело там уже, ну, может быть, человек с улицы, в принципе, в современном театре, а это актерский режиссер, и репетирует он, акцент делает на актера, это очень важно и очень редко сегодня. По словам постановщиков, спектакль может понравиться не только старшему поколению, воспитанному на фильмах «Феллини» и «Антониони». Интересно будет всем, кто любит Италию. Премьера состоится 14 декабря. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.